Друзья, день добрый, холодильник LG не холодит. Оказалось, я просто не мог снимать при клиенте. Это у нас конденсер. Первый раз за последние месяца три, когда LG течет. И течет, но вероятнее всего, давайте мы посмотрим. Ну, где же эта дырочка? Просто я не мог вам показать. Но, короче, лупасит по полной программе откуда-то. Откуда-то отсюда. Что получилось? Вероятнее всего... Ой, упал чехол. А то я, знаете, уже замучился снимать с чехлом. У меня почему-то резкость плавает. Вероятнее всего, когда ставили... Когда его собирали, холодильник, его видно где-то здесь процарапали. Раз и два. Почти или здесь, и здесь. И поскольку у нас это чистый алюминий, то и у нас он постоянно в воде, потому что мы его переворачиваем. Сейчас я покажу вот так вот. То есть это только даст drain, как оно по-русски. Слив конденсата после дефроста идет. Вот. То таким образом получается у нас, что в этом месте они специально покрывают пластиком, чтобы оно не ржавело. А вот пластик был, видно, поврежден или что-то еще, я не знаю, он или просто он банально рассыпался от времени. Соответственно, вода, алюминий получился в воде. Вот, видите, все в воде. Все в воде. И образовалась дырочка. Дырочка, я когда добавил водовент, она уже пошла шипеть. И все. То есть нужно менять конденсер, нужно менять компрессор. Благо компания LG, поскольку идет 10 лет гарантия на Seal System, то есть на систему, как она, Seal, на всю систему там, где находится хладагент, то это покрывает компания LG. И компрессор будет новый, и конденсер тоже будет новый. И также еще фишка в том, что... Где она? Вон, эвапорейтор тоже... компания LG покрывает. То есть вот таким вот образом интересно оно получается, что это Америка, это Канада. Здесь это работает. Человек заплатил, точнее как бы заплатит, чтобы это было все побыстрее, около $600 за ремонт. И я как техник приеду, поменяю. Сертифицированной компанией LG. Так в большинстве случаев, если это все-таки делается через LG, это стоит где-то в районе 300-350 канадских долларов. И там тоже покрывается все. Но тогда вы стоите в очередь и можете прождать неделю. Плюс потом я приехал, увидел, что это конденсер. Ждете еще 3-4 дня, пока они пришлют по почте. То есть как бы это все может растянуться на 2 недели. Либо если это они дают сертифицированную, авторизированную фирму, в которой я работаю, то это можно сделать все на следующий день. Даже можно в этот день. Вот такая процедура. Все, друзья, всем спасибо. Вот такое вот видео по ремонту холодильника LG. Пока.